сейчас на этом месте. Слава Богу за милость Его, за праведность Его. Прежде чем мы будем славить нашего Бога, я бы хотела прочитать стих из пророка Михея. Там говорится такие слова. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневаться Он, потому что любит миловать». Вы знаете, эти слова очень сильные слова, потому что если мы начнем вспоминать, какую милость и благость Господь творил в нашей жизни, давайте просто будем вот с этими мыслями, мы встанем на наши ноги и скажем: «Господь, спасибо за милость Твою, спасибо, что Ты простил меня, омыл меня и поселил меня в Своем доме, и теперь я могу называться и быть Его детьми». Аллилуйя! Слава Богу! Давайте будем вот именно вот изнутри, чтобы наша милость, благодать, чтобы вот это вот добро Господу и поклонение Господу, оно шло изнутри. Потому что Господь не любит, когда мы это делаем, потому что кто-то нам сказал. Давайте будем вспоминать эти слова и говорить: «Господь, Ты миловал меня, когда я был еще блуждал, как овца, не знающая, куда идти. Но Господь, Он помиловал меня, простил меня и привел меня в Свой дом. И я буду благодарна Ему за это». Аллилуйя. Давайте поклонимся Ему и прославим Его великое имя. Подними руки вверх и скажи: «Господь, спасибо Тебе, пастырь добрый. Спасибо за милость Твою. Спасибо Тебе, Отец Небесный, что Ты прощающий милостивый, и что и Твой гнев, он на немножко, потому что он покрывает все Твоей любовью, Господь. Спасибо Тебе, Адонай». Я благодарен.
спасен, ад потерял меня, я спасен, ад потерял меня, я спасен, я спасен. Пойти по рядам и поприветствовать друг друга. Thank you.
Творцу, потому что Он один достоин принять всю честь и славу. Аллилуйя, на моих устах хвала Тебе, Господь Святой. Скажи еще раз, Господь Святой. Аллилуйя, на моих устах хвала Тебе. Пусть только одно звучит внутри нас, Господь,
что Ты святой, нет подобного Тебе, Господь. Ты всемогущий, Ты свят, свят, Господь собой. И вся земля полна славы Его, Господь. О, Иисус! Только одно звучит вам. Скажи только одно, только одно. Oh,
что означает слово «святой»? Отделенный. Отделенный от всего. Он отделенный от всего. Это то, что свято, свято, чисто, чисто, просто свет. Лучезарный, светлый. Это означает «святой». Такой наш Бог Отец. И это нормально, проявлять свои чувства к Нему, приходить с чувствами, приходить с эмоциями, петь, вкладывать туда свою душу, вкладывать туда понимание, к кому обращаемся, и также все свои эмоции радости. Ведь нам радостно, когда дети приходят нас, обнимают, говорят: «Папочка, мамочка, люблю тебя». Нам приятно это. То же самое ему приятно, когда его дети приходят и говорят: «Папа, я люблю тебя, ты святой, ты праведный, ты верный, истинный, ты превосходный, ты чудный, ты просто моя любовь». Ему это приятно. Поэтому вкладывайте свои эмоции. Думайте, у Бога нет эмоций. Это Он вложил в нас, в свое творение, эмоции, чтобы мы проявляли их. Сказано, Бог полон радости, это эмоции. Бог разгневался, это тоже эмоции. Бог полон эмоций, но хороших, святых, чистых. И когда мы приходим в Дом Божий, это нормально проявлять эмоции. Когда мы поем, когда мы хлопаем, когда мы говорим от сердца, что любим, благодарим Его, и Ему это приятно. Он как будто усаживает нас на себе на колени и просто и небо целует землю. И тогда нам делается приятно, что Он отвечает нам. Поэтому давайте еще раз от всего сердца поклонимся Ему, потому что ангелы восклицают, старцы поют, воинство небесное склоняется перед Его святостью, перед Его чистотой. Когда ты от сердца, со своими всеми эмоциями, чувствами, верой, пониманием, кому ты обращаешься, славишь Его, Он тогда являет свою благость, милость, могущество, власть, силу, защиту, спасение. Ведь маленькие дети, они понимают, что папа самый сильный, папа самый мудрый, папа самый-самый. Поэтому порой они даже хвастаются друг перед другом. А мой папа это может, а мой папа вот это может. А наш Небесный Отец все может. Все может. Поэтому приходи со всеми чувствами, со всей верой, со всеми-всеми своими благодарностями приходи к Нему. И начинай благодарить, славить Его от сердца. И это хорошо здесь начать, потому что там будет ой-ой-ой как. Почему ангелы падают? Почему закрывают лица серафимы и склоняются? Почему старцы поклоняются, когда они говорят «святой»? Потому что от Его святости исходит слава. В Его славе есть Его присутствие, в Его присутствии есть откровение, в Его откровении есть помазание, сила. И поймите, Бога нельзя вместить в наши рамки, в наш разум. Поэтому, когда Он открывается, Он открывается частями, по чуть-чуть. Потому что если Он открылся, какой бы есть, небо и земля сгорели бы от Его славы, от Его откровения, какой Он есть, могучий, сильный, славный. Это Твой и мой Отец Небесный. Поэтому еще раз и еще раз воздай Ему славу. Небо поклоняется, ангелы склоняются.
поешь «Святой», и потом подпеваешь «Всемогущий», и ты понимаешь, что Он все может, тогда Он все может сделать в твоей жизни. Просто верь. Просто верь, пусть это не будет слова, что Он святой, всемогущий. Нет, Он святой, и Он все могущий. И нет ничего, что Он не может сделать, ибо Он все может сделать. Он Бог, и Он на престоле, и Он твой Творец, и Он твой Отец, и Он всемогущий. Мольбы, ходатайства, просьбы и благодарения к Тебе, к святому, чудному, верному, истинному, праведному, святому Отцу нашему Богу. Ты святой Отец, Ты святой Папа, Ты святой Папочка, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, что можем собраться в этот воскресный день в Твоем доме, в Твоей духовной семье, в нашей духовной семье, в церкви, которую врата ада не одолеют, которая является, Господь, полками со знаменами, Твоим духовным домом, Твоей, Господь, невестой, женою, которая является Твоим стадом, которая является, Господь, Твоей семьей. Мы, Господь, в Твоем доме, в доме молитвы для всех народов. Мы благодарим Тебя, что можем собраться вместе, поклоняться, любить Тебя, прославлять, слушать Слово Твое и, Господь, получать ответы и помощь, своевременную помощь во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте поприветствуем, поблагодарим прославление, что они так стараются нас привести в святое святых, в поклонение, в славу Божью. Итак, церковь, доброе утро, добрый день. Мы пригласим Павла Петровича, наверное, сюда пройти. Он сегодня у нас поделится. Если вы не знаете, это папа нашей Марии и Веры. Он с супругой улетает в Узбекистан. Был пастором в Узбекистане. Был пастором также в Аляске. И теперь, ну, давайте поможем. Не волнуйтесь, Павел Петрович, Господь с вами, мама с вами, я с вами. Зятек, все, мы тебя проводим, так вот будет смелее. Сколько можешь, поделись, а потом, если что, Господь поможет, я помогу. Все, хорошо. Он поделится словом. Давайте, будьте внимательны, это сделайте чуть эхо меньше. Он многие годы служителем является, очень преданным Господу, верным служителем. Большая прекрасная семья, где дети служат Господу. И, конечно, в конце служения мы помолимся за их отъезд. Они на этой неделе, сделайте что-то с микрофоном, чуть-чуть уберите это эхо. Едут они в Узбекистан дальше трудиться, поэтому благословим их путь, финансово благословим, поддержим их, чтобы они продолжали дальше служить Господу нашему. Павел Петрович, мы ценим, но давайте, эхо уберите.
Или давайте возьмем другой микрофон, или нет, или нормально. Поэтому чувствуйте свободно. У него была некоторая слабость, но он все лучше и лучше. Лучше и лучше уже чувствует себя. И нисколько не волнуется. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Поэтому мы уважаем ваши годы служения, почитаем ваш труд. И Господь, Он почитает вас, и Он помазает вас, и ваши уста, и ваше сердце. Делитесь. Аминь. Мы пели сейчас песню «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Херувимы, серафимы, которые около престола, они взывают друг к другу. Они не имеют права смотреть на Бога, но они взывают друг к другу. Повернись к соседу и скажи: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Громче скажи. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вся земля полна славы Его. Аминь. Аминь. И вы слава Божия. Аминь. Но Бог есть Бог огнепоедающий. Но Бог есть Бог любовь. Скажи: Бог есть любовь. Повернись к соседу и скажи: я люблю тебя любовью Господа моего Иисуса Христа. Еще раз скажите. Аминь. Господь есть Царь, Ему вся слава. И мы должны быть преданы Господу. Немножко о себе я скажу. Я работал на железной дороге, мне было 24 года. И нужно было под шахту вагоны поставлять. Там было негабаритное место. И мне нужно было, как составителю вагонов, прыгать около этого негабаритного места. Я прыгнул, была ночь, и зацепился за проволоку. И меня понесло на эту тумбу железную. Когда в трудных обстоятельствах жизни, мы сразу вспоминаем о Боге. Когда все хорошо, мы забываем Бога. Когда я несло меня на эту тумбу железную, я кричал: «Иисус, спаси меня!» И Он спас. Какая сила оторвала меня от вагона, бросила на землю. Я ноги под себя поджал, и колеса вагона прокрутились по линии. И я смотрел на небо. Небо было чистое, ясное. Я благодарил Бога. После этого я покаялся и стал служить Господу. Слава Богу! Вся слава не мне, вся слава Иисусу Христу. Он есть Спаситель, Он есть Искупитель, Он есть врач и целитель наш. Ему вся слава. У вас есть Слово Божие. Откроем место Священного Писания. Числа 6 глава, с 22 по 27 стих. Числа 6 глава, с 22 по 27 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израиля, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». А теперь я хочу, чтобы вы все сами прочитали это место Священного Писания. Вместе прочитаем. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израиля, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя,
Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, я благословлю их. Это молитва благословения. Скажи, молитва благословения. Здесь есть вещи, которые мы должны запомнить и выучить наизусть. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Это молитва благословения. Когда мы будем благословлять свой дом, своих детей, свою семью, то вы увидите перемены в вашей жизни, в ваших семьях. В муже перемена, в жене перемена. Первые слова сказаны: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя». Благословение сразу и сохранность жизни. Аминь. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим. То есть Он будет внимательно наблюдать за тобою. И написано, и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Господь всегда обращает лице свое. Если с иврита переводить, то она более подробно описывает, как Господь смотрит на человека. Там даже написано так, что перевод с иврита: «Склонится Бог у постели твоей». Сам Бог склонится. Вы знаете, когда мы читаем 13 главу Евангелия от Иоанна, там четко ясно сказано, что Иисус склонился у ног учеников своих и омыл им ноги. Подошел к Петру, и Петр говорит: «Мне ли ты умываешь ноги? Не умоешь ног моих вовек». Иисус сказал: «Не, если не умою, то не имеешь части со мною». Когда будешь молитвой этой благословлять свой дом, свою семью, вы увидите перемену. Это благословенная молитва. У нас с Татьяной, супругой, 8 детей. 4 сына и 4 дочери. Все они в Боге, потому что мы их благословляли. Аллилуйя. Ну, слава не мне, конечно, и не Татьяне, а слава Господу Иисусу Христу. Он великий, и Ему вся слава. Мы должны быть фанатами нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Вся Ему слава. Что бы ни случилось в нашей жизни, мы должны оказаться верными Господу нашему Спасителю. В любых обстоятельствах жизни мы должны благодарить Его и прославлять Его чудное святое имя. Я после операции, проблемы небольшие в движении, но я верю, что Господь освободит меня от этого. Аллилуйя! Вижу. Пастор, у вас серьезный человек. Пусть его Бог благословит могущественно. Когда вы идете на собрание, на служение, был такой случай в одной церкви, мы были, там служитель сидит около стола, и люди заходят в молитвенный дом, и вот одна сестра приходит, сестричка приходит, и он ей говорит: «Где неугодная встреча была, когда ты шла в Дом Божий?» Она аж встрепенулась.
Он повторяет, где неугодная встреча была, когда ты шла в Дом Божий? И она так посмотрела и начала каяться. Шла по дороге, встретила соседку и поругалась с ней. Когда ты идешь в Дом Божий, вдруг с кем-то ты встретился и на высоких тонах с ним поговорил. Нарушил сердце свое, пришел сюда. Что нужно сделать? Покаяться. Вы знаете, что Иисус, когда начал свое служение, Он, первые Его слова были «покайтесь и веруйте в Евангелие». Первое было слово «покаяться». И вообще Евангелие – это Евангелие покаяния. Покаяться и верить в Евангелие. Второе – веровать в Евангелие. Аминь. Кто нас с нарушенным сердцем пришел сюда? Я не буду показывать пальцем. Будь честен в этом вопросе. Можешь не вставать с своего места, а просто покаяться. Пусть Бог благословит обильно. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Господь благословляет, и Он хранит. Так пусть призывает имя Мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. И когда эту молитву будешь читать в доме своем над своими детьми, то Бог благословит их. Второе место Священного Писания – это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам, да не смущается сердце ваше, да не устрашается». Иисус сказал такие слова, что Он дает мир. Скажи «мир». Слабо. Шаббат шалом. Пусть Господь благословит. Иисус – даятель мира. Аминь. И мы принимаем этот мир в свое сердце через Его Слово. Повернись к соседу и скажи «мир тебе». Мир тебе, муж Божий. Слава Господу. И Иисус, когда сказал, я даю вам мир, пусть сердце ваше не смущается, да не устрашается. Аминь. И третье место Священного Писания. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Это серьезное предупреждение для нас. Стараться иметь мир со всеми и святость. Если возможно, с нашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. С нашей стороны всегда возможно быть в мире, потому что мы дети Божьи, мы мирные люди. Я помню один раз, когда было террористическое атаки в Узбекистане. Они ворвались в квартиру СНБ. А там люди собрались верующие молиться. И арестовали служителя.
потом звонит мне в Одижан, это за 70 километров от Одижана. Срочно приезжайте, служители арестовали. Это было воскресенье, я говорю, в понедельник приеду. В понедельник приехал, его отпустили. И мы стояли перед полковником, начальником милиции. Я сказал ему, товарищ полковник, однажды вы предстанете пред Богом и будете давать отчет, что вы делали, живя на земле, доброе или худое. Он сидит за столом и говорит мне, ты мне пропаганду здесь не проводи. Я говорю, я не провожу пропаганду, я говорю слова здравого смысла. Я вспомнил апостола Павла, когда он стоял перед Агриппой, перед Фестом. И Фест говорит, безумствуешь ли, Павел? Большая ученость довела тебя до сумасшествия. Нет, дорогой Фест, я не безумствую. Я говорю слова здравого смысла. И нас послали в другой кабинет. И целый день держали там. Потом приехал прокурор. И он говорит, я областному прокурору позвоню. Звонит областному прокурору. И тот говорит, вот вы задержали здесь Абрамова. Что с ними делать? Он говорит, сделайте замечание и отпустите их. Хорошо. Прокурор этот пожал плечами и говорит, надо отпустить их и замечание им сделать. Я говорю, делайте нам замечание и отпускайте нас. А замначальника говорит, а как я вам буду делать замечание? Вы сами напишите себе замечание. Я говорю, ну что, как мы можем себя предупреждать? Ну, я говорю, давайте бумагу нам. Нам дали бумагу, в другой кабинет нас отправили. Я говорю служителю Ханабада, пиши так. Я такой-то, такой-то предупреждаю себя, что я как служил Богу, буду служить. Как пел Богу, буду петь. Как молился, буду молиться. Все написали. Начальнику, замначальника приходим, приносим эти бумаги, он посмотрел, о, хорошо, говорит. Бог закрыл, наверное, глаза ему. И нас отпустили. Отпустили квартиру опечатанную. Я говорю, участкового нам дайте распечатать квартиру. А там до 900 единиц литературы у нас было. Брошюры были. Со священного писания. Ну и открыли квартиру, мы все эту литературу собрали, машину и поехали. Только выезжаем из города, нас останавливает милиция. Багажник откройте, а там литература. Я вышел, Господи, ну сейчас опять начнется. И вдруг из сторожки этой милицейской выбегает лейтенант и говорит, вы куда? Я говорю, в Андижан. А мне до Курган-Тепы. Это по пути. Я говорю, садитесь. Он говорит, ладно, сержант, мы поехали. Я не успел открыть багажник. Мы уехали. Слава Господу. Господь всегда вступится, что бы ни случилось. Бывают трудности, но мы проходим через эти трудности, слава Богу. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. В 7 главе, 7 заповедь, то есть Нагорной проповеди, блаженство, и 7 заповедь, блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими.
Хочешь быть Сыном Божьим? Будь мирным человеком. Пусть Бог обильно благословит вас. Что вам еще сказать? Бог любит вас. И мы вас любим любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я благодарен Господу, что я мог быть у вас на служении, супругой. Ну, дочери вы мои знаете, Веру и Марию. Мария ведет группу прославления. Пусть вас обильно Бог благословит. Пастор у вас хороший, супругой Мариной. Я попрошу его, чтобы он помолился за нас. Мамочка, пройдите. Мария, проходи тоже. Вера, где служит с детьми, да, кажется? Пока я возьму микрофон. Знаете, кому честь, тому честь, кому уважение, тому уважение. Я мало, может быть, знаю этого человека. Не скажу, что многие годы. Но за это время, когда он был у нас в церкви, когда его дочери стали служить, Мария давно начала служить, приезжала, платила цену с Аризоны через каждую неделю. Неделю отсутствовала, неделю приезжала, но все равно помогала поднимать прославление. Вера помазанная, такая классная всегда, видит четкий десятку видения, пророчества. Люба, как она служила здесь много. Рома, который играл на бас-гитаре, это их зять, Люба, ихняя дочка. Они переехали в другой штат. Прекрасная семья. Жалко, что я не был на Аляске. В Узбекистане я был много раз. Я знаю, о чем вы говорили. Я знаю, сколько было всяких подлохов, всяких дел сделано, сфабриковано, чтобы сидели служители, братья. Это Бог просто сохранил. Сохранил служителя. И все эти годы, которые он служил, верно, преданно. Я знаю, что есть награда. Но он еще послужит. Награда есть, но он еще послужит. Они возвращаются в Узбекистан. Они будут там дальше продолжать служить. Поэтому нам надо будет молиться, поддерживать их. Давайте всегда помнить в молитвах. Ну, Мария будет напоминать. Вот. Мама верная спутница, тоже служительница Господня. Это прекрасная семья. И в нелегком месте они так жили, в Аляске. И там поднимали церковь, и тоже там. Хотя там небольшая диаспора, которая переехала, иммигрантов, но они там продолжали служить. Это такие люди, которые никогда не перестанут служить. Они всегда служили, будут служить, потому что у них есть живое переживание Господня, Его милости, спасения, которое никогда не забывается. Давайте, церковь, поднимемся, прострем руки. Отец Небесный, мы, Господь, уважаем, почитаем эту семью. Мы благодарим Тебя, Господи, за этого верного служителя, Твоего Сына, Твоего слугу, который был верен и продолжает быть верным Тебе, Твоему Царству, Твоему Евангелию, служению. Мы знаем, Господь, что Ты почитаешь эту семью. Ты, Господь, держишь его в своей руке. И то, что даже, Господь, эта немощь пришла, она как пришла, так и уйдет. И пусть, Господи, его ноги будут крепки, как у оленя. И голос его будет, как звук многих труб. И руки простерты, Господь, для поднятия немощных и слабых и для исцеления больных. И пусть, Господь, он дальше возвещает Твои пути, Твою славу и Твое пришествие. Мы призываем Твое небесное благословение, чтобы оно было на этой семье, на их переезде сейчас в Узбекистан, там, где они будут дальше продолжать служить Тебе. Господи, мы призываем Твое благословение. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас светлым лицом и милует вас. Да обратит лицо свое на вас и даст вам мир, и нести мир в сердца людей. Во имя Господа Иисуса Христа, да будет так.
Господь, благослови их в дороге, благослови, когда они будут ехать, благослови, Господь, также их содержание, финансы, благослови, Господь, там, когда они встретятся с родными, которые с радостью примут, и чтобы, Господи, они дальше возвещали Твою славу и Твою силу во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Мы любим вас, благословляем вас, а мы поддержим. У нас есть там в конце сбор ящик, есть QR-код, вы можете туда также. В конверты здесь есть, мы сделаем общий сбор также в конце, и мы также благословим их переезд, их дорогу. Слава Богу, присаживайтесь. Я думаю, что у меня еще есть время проповедовать, или мы сделаем сегодня короче служение. Да я и так почти каждое воскресенье проповедую. Я делился на английском служении. Пастор Алекс Прокопчик уехал в командировку в Нью-Йорк на встречу в Форскверу. Я делился о наградах. Вот я не знаю, успею ли я сегодня это все выложить, или я выложу следующее воскресенье о наградах. Следующее. Но я могу начать чуть-чуть, а потом все еще продолжу. Знаете, когда ты проповедуешь, у тебя все рождается больше и больше откровений, больше и больше понимания. Я как раз сделаю вступление, следующую неделю я продолжу и поделюсь, какие награды вы получите, какую награду я ожидаю получить. Все, что люди делают здесь на земле, имеет какой-то результат. Есть какая-то награда, плохая или хорошая. Если человек делает наркотики и употребляет, какая награда будет ему? Ну, может быть, тюрьма не будет, тут легализовано. Дело такое уже легализовано. Награда будет разрушение здоровья, разрушение семьи, даже потеря своей жизни. Если человек блудит, какая будет награда? Развал семьи, разгульная жизнь, болезни венерические, СПИД, может быть, и следующее другое. Если человек делает грехи, всегда будет награда плохая за грехи. Если люди делают что-то хорошее, какая будет у них награда? Хорошая. Кто из вас работает? Половина иммигрантов, другие на пособие. Ничего. Тоже награда от государства за ваши все старания попасть в Америку. Но вы, которые работаете, какую вы награду получаете? Деньги. Это награда за ваш труд, награда за вашу способность. Неужели то, что мы служим Богу, ходим в церковь, нет награды? Если за плохие дела люди получают, если за хорошие дела, за свой труд получают, то тем более Бог в долгу не останется ни перед кем. У Него есть награды. Я когда исследовал, посмотрел, есть 6 разных венцов, 6 различных наград. И это означает, ты один из венцов можешь получить. Одну из наград ты можешь получить. Потому что она ко всем будет относиться. И я хочу получить награду. Я знаю, что Павел Петрович будет прекрасно иметь награду за старания, которые он имел там, в Узбекистане, за гонения, за эти репрессии, за то, что он продолжал даже в этом мусульманском мире, где запрещалось проповедовать Евангелие, за литературу. То есть я знаю, как подсовывали наркотики или оружие и сажали братьев, сажали служителей в тюрьму. Ни за что, просто чтобы разрушить церковь. Но врата ада церковь Божию не разрушат. Поэтому за верность у Бога есть награда вам. Я прекрасно знаю, я очень ценю служителей, я очень ценю людей, которые несли эту веру, передавали эту веру, сохранили эту веру. Когда апостол Павел заканчивал свой жизненный путь, он сказал такие слова: «Я веру сохранил». Это нелегко сохранить веру в этом мире сейчас, братья, сестры. Особенно в Америке, где ценности, мораль размыты, где законы всякие аморальные принимаются, где... Как бы раньше то, что было уважение к служителям. Я помню, когда я в 96-м ездил еще в Америку. Я начал в Америку ездить с 96-го года. И когда приезжал, поймите, когда ты говоришь «пастор», даже там, когда проходишь паспортный контроль, но пограничную службу, они с уважением. Сейчас
над тобой надсмеяться могут. Потому что тоже столько, может быть, я не знаю, может, из-за того, что вылезло какие-то, может, постыдные дела у каких-то служителей. Но не все пастора есть пастора. Но не все мы святые пастора. Но не все верные пастора. Не все христиане на самом деле христиане. И порой, когда вылазит эта какая-то грязь, это, конечно, пятно на христианстве, пятно на служителях. Поэтому Америка, она стала по-другому относиться к христианству и относиться к служителям. Но я верю в то, что если мы сохраним веру до конца, если мы проведем чистую, святую жизнь в победе, пройдем все трудности, будет награда. Я буду в следующее воскресенье говорить, какой венец Бог оденет тебе. Поэтому я не буду забегать вперед, я просто так вот вас вдохновляю, что вы прослушали следующую проповедь и пришли в церковь. И даже то, что вы ходите в церковь, за это есть награда. Даже если вы не понимаете. Есть награда у Бога за все. Разве нету награды, когда ты возвращаешься домой, а не где-то идешь шляться там, может быть, в клабы, клубы там, где-то спишь, где-то не возвращаешься к своей семье, к своей жене или к мужу. Есть награда, когда ты возвращаешься домой, к своей жене, к своему мужу, к своим деткам. Какая награда? Брак, мир. Нету раздоров, нету этих слез, нету этих трагедий в доме, у детей. И есть хороший пример, особенно в наше время, для других семей, для молодежи, что могут быть хорошие, крепкие браки. Поэтому есть награда, когда ты идешь в семью духовную, в церковь. Есть. Есть Бог почтит тебя, когда ты приходишь на собрание. Это и есть семья Божья. Может быть, не все вы понимаете, что такое церковь. Может быть, кому-то просто по традиции, по привычке приходите. Или познакомиться здесь тоже неплохо. Здесь лучше здесь знакомиться, чем где-то там в клубе. Но это нормально, когда вы идете в церковь. Вы показываете, у меня есть духовная семья, и Бог это ценит. И это тоже будет награда. Ведь в семье мы деток своих любим, что-то им там хорошее делаем, что-то там даем, и они радуются. Тем более Бог в своем доме будет давать вам свои духовные конфетки. В своем доме Бог будет давать вам подарки духовные. Бог будет отвечать на ваши нужды, потому что это Его семья, это Его дом. Любите церковь, любите служение. Я не знаю, как вы, но я церковный человек. Где бы даже я не был, куда бы я не поехал в отпуск или где-то, я все равно в воскресенье пойду в церковь. Пусть это будет, неважно, даже католическая или православная. Ну, конечно, я ищу больше евангельские церкви, где проповедуется, чтобы я мог слышать слово. Но я все равно, я церковный человек, потому что я знаю, что Бог, Он есть в своем доме. Потому что Его церковь – это дом молитвы для всех народов. Аминь. И о чем делился Павел Петрович, это очень важно. Эти простые, может быть, наставления, но они на самом деле очень важные. Это то, что Бог хочет благословить. Он говорит, я так буду благословлять, и вы так благословляйте, и я благословлю вас. Это очень важно быть человеком мира. Это важно быть миротворцем. Вот это вот седьмая заповедь блаженства на, ну, на горной проповеди. Жалко, что разыгралась война там в Израиле. Я уже планировал в этом году вас отвезти в Израиль на экскурсию. Чтобы мы там были на этой горе Преображения, где Иисус как раз читал эти Нагорную проповедь. Блаженны те, блаженны эти, блаженны миротворцы, они назовутся сынами Божьими. Когда была война в Украине, сейчас идет, да, война в Украине, когда была война в Азербайджане, Карабахе, Армении, я спрашивал много раз армян, какой ценой вы хотите мира? Ценой гибели вашего мужа? Ваших деток? Ну, получите кусок земли, который вам не надо. Вы туда даже не поедете, даже дачу не купите. Но не будет отца, не будет мужа. Не лучше ли мир, чем убийство? Не лучше ли мир, чем война? Мир всегда лучше, чем война. Сейчас вы знаете эти все события в Одессе, в Украине. Это боль, это страдание. Я сейчас говорил с братом, с Юджином. Как раз мы после английского служения сидели, обедали. Меня не вмещается эта война в Украине. Никак я не могу поверить. Просто не могу, не верится мне и все.
потому что столько боли, и столько у меня друзей там и там, столько церквей, столько служителей там и там. Я понимаю, что да, молитвы ослабли за Украину. Вначале, да, церкви молились, постились. Сейчас как-то такое все пришло, только новости. Там страдания, там война, там разрывы, там погибли, там погибли. Сколько также гробов получают там, в России. И у меня просто один вопрос. Когда это прекратится и какой ценой должен наступить мир? Еще убийством, еще снарядами, еще горем, еще слезами, еще похоронками. Нам надо быть миротворцами. Нам надо поднять голос в духовном мире, в молитве и сказать: стоп, война, и опять начать молиться, как мы молились первый год, молились и кричали: Боже, сохрани, выведи оттуда из обстрелов. Руслан может поделиться, как он с Мариуполя под бомбами, под снарядами просто уезжал оттуда. И Бог сохранил его жизнь. Я знаю, сколько историй, как люди в Карабахе были просто окружены, но они вышли, потому что воззвали к Богу. Есть сила, когда мы взываем Богу. Есть сила Божья, когда человек обращается к Нему. Да, Бог дал людям делать на земле то, что они хотят, добро или зло. Не Бог делает войны, не Бог участвует в несчастьях, это люди делают. Не Бог берет автомат, это люди берут оружие. Бог не участвует в войне. Бог дал землю людям. И люди творят то, что они хотят. И то, что творят, тут не надо винить Бога. То, что творится на земле, виноват человек ты. Ты развязываешь войну, ты даешь, делаешь насилие, ты принимаешь наркотики, ты изменяешь, ты, человек, делаешь грехи, не Бог. Бог старается человека остановить от зла. Я вспоминаю, сколько раз Бог меня старался сохранить, чтобы я не сделал какой-то грех. Но это был мой выбор грешить, а не Божий. И мои грехи довели меня до смерти в 19 лет. Это не Божий был план, чтобы я умер. Его план был, чтобы я был жив и служил Ему, и нес мир, а не зло. Поэтому люди виноваты в этом зле, которое происходит на земле. Почему же Бог не вмешивается? Он вмешивается в историю, когда люди Его приглашают, потому что землю Он отдал людям. А пока люди не взывают Богу, творите, что хотите. Вот почему цивилизации исчезли, вот почему был первый мир уничтожен потопом. Но когда взывают люди, тогда приходит защита и спасение. И воззвал, и молился праведный Ной, и Бог спас Ноя, но весь мир утонул. И молился Авраам, и Бог вспомнил его молитву и вывел Лота из Содома. А Содом и Гоморра были сожжены. А если бы не молился Лот, а если не молился Авраам, если бы не молился бы Ной, я не знаю, что было бы. Мы сохранены по молитвам. Продолжаем молиться за мужа своего. Продолжаем молиться за деток своих. Продолжаем молиться за Украину, за Россию, за Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, за Израиль. Продолжайте молиться, чтобы мир туда пришел. Чтобы боли больше не было, чтобы страдания не было. И когда народ взывает, тогда Бог успокаивают все. Я не знаю, какая еще цена должна быть заплачена за мир в Украине, в Израиле, там, в Палестине. Я не знаю. Но я знаю одно, что есть Бог, который хочет мира людям. И когда Его народ также хочет, не враждует, не поднимает критику. Иисус только так мог сделать революцию в Израиле. Его ученики хотели сделать революцию. Изучите историю. Но он нес мир. Даже оккупанты, Понтий Пилат, даже отказался его убивать. Понимал, что просто из этих интриг, манипуляций, зависти этих священников, фарисеев, они хотят его убить. Его руками, Понтия Пилата. Поэтому он говорит: я не вижу вины, хочу отпустить. Хотя весь Израиль ненавидел римлян. Оккупанты, террористы. А сказано, он чуть не подружился, Понтий Пилат, с Иисусом.
Потому что он видел, что это человек с другого царства. Ты царь? Да, но мое царство не отсюда. Пока к нам не придет, что мы не отсюда, мы всегда будем участвовать в каких-то войнах. Мы будем всегда в каких-то склоках и разборках участвовать. Но когда к нам приходит откровение, я не с этой земли, я с Царства Божьего. Я Дитя Божье, и в Иисусе Христе Он разрушил стену, которая была между евреями и язычниками, и в Иисусе Христе примирил с собой мир. Вот наше богатство, это Христос. Вот наш мир, это Христос. Вот будущее для Америки, вот будущее для Украины, России, Армении, Азербайджана, Палестины, Израиля. Это Христос. Он есть Царь мира. Давайте поднимемся и будем молиться за мир. За мир в этом мире. Господь, мы не хотим, чтобы ценой мужей, жен, детей, сыновей творился какой-то мир, чтобы люди потеряли своих близких. Мы хотим, Господь, одного. Мы хотим, чтобы Твое царство пришло скорее. Чтобы, Господь, Твой мир пришел в сердца людей. Мы молимся, Господь, о прекращении войны, этих снарядов, этих разрывов, Господь. Там в Украине, в Одессе, в Харьковской области, там, где сейчас идет война, также в Белгородской области, в других, Господь, Ты видишь. Один стреляет, другой отвечает, третий стреляет, и так продолжается. Но мы, как церковь, Господь, хотим подняться в молитве, чтобы быть людьми мира, миротворцами, Твоими сыновьями, которые несут мир, Господи, невзирая на лица, невзирая, Господь, на зло, которое творится, мы несем мир, потому что мир лучше, чем война, мир лучше, чем убийство, мир лучше, чем насилие и издевательство, мир лучше, поэтому мы хотим быть, Господь, мы хотим быть людьми, миротворцами, который называется Твоими сыновьями, Твоими дочерьми. Мы хотим поднять опять молитвы, свой голос о том, чтобы, Господь, эти войны, кровопролитие, эта ненависть, этот терроризм прекратился во имя Иисуса. Чтобы эти злые духи, которые держат умы людей, приносят им ненависть, злобу, чтобы они убирались из души человека, чтобы Евангелие их достигло. А Евангелие Твое полно мира. Евангелие Твое несет, Господь, покой и успокоение. И там, где есть горечь, обида, злоба, когда приходит Евангелие, оно примиряет, оно успокаивает, оно дает, Господь, надежду и жизнь. Евангелие, достигни! Достигни этих народов, достигни этих людей, эти места, и пусть на землю придет мир. Мы не хотим слышать, Господи, что наши близкие, родные или кто-то, они, Господь, пострадали из этой войны, из этих несчастий. Там, в Украине, в России, в Азербайджане, в Армении, в Карабахе, в Израиле, в Палестине. Мы не хотим, Господь, чтобы люди гибли, но мы стоим против зла, мы стоим против терроризма, мы стоим против злого духа, духа войны. Это Твой дух, сатана, который пришел от Тебя красть, убивать и губить. И мы говорим, стоп! Стоп во имя Иисуса! Мы говорим во имя Господа Иисуса мир, покаяние, прощение, исцеление, освобождение и примирение. Мы хотим, чтобы в этих местах зазвучало Евангелие. Мы хотим, чтобы там спасались люди, Господи. Потому что Тебе дорог каждый человек, Ты умер за каждого. Поэтому мы молимся Тебе, Отец Небесный, Ты так полюбил мир. Ты так полюбил весь мир, всех людей, что дал Сына Своего. Единородного, чтобы всякий верующий в Сына Твоего Иисуса Христа не погиб, но имел жизнь вечную. Пусть откроется жизнь вечная, как дар, как спасение для каждой нации, для каждого народа, для каждого языка, для каждой страны. Евангелие пусть зазвучит, миссионеры пусть пойдут, пусть церкви образуются. Пусть, Господь, Евангелие от Царства Твоего распространится. И Ты грядешь, Царь, и Ты придешь, Царь, в славе Своей, в Своем величии и могуществе. Ты придешь, наш Царь. Гряди, Иисус, гряди, Иисусе, гряди, наш Царь, на эту землю.
Давайте мы запоем, давайте прославление поднимемся, давайте побудем в поклонении. Давайте будем. Принеси свой мир, бурю усмири, успокой, что внутри, Бог, слушаю Тебя, ветры и моря, голос Твой, так велик, Иисус, Иисус, тьма пред Тобой трепещет, Иисус, Иисус, Ты страх прогнал. Вдохни, эти кости оживи, чтобы петь, я смог тебе. Вдохни, жизнь свою вдохни, эти кости оживи, чтобы петь, я смог тебе, Иисус. Не победить, не победить. Ты жизнь даешь, и смерть уходит прочь. Имя Твое не победить, Иисус. Иисус, Иисус, тьма пред Тобой трепещет. Иисус, Иисус, ты страх прогнал. Мир, принеси свой мир, бурю усмири, успокой. Шторм внутри, Бог, слушаю Тебя, ветры и моря. Где политики? Иисус царик, царь мира, шалома, покоя, Иегова, шалом, Господь мир, покой наш. Когда мы пели, мне пришла на память история из Библии. Не сказано, что эти люди, они покаялись, но они из-за присутствия Иисуса помирились. Понтий Пилат,
и царь Ирод. Оба негодяя по-нашему. Оба преступники в глазах наших. Если взять историю иудейской войны, Иосиф Флавий описывает, какие были события, что происходило между римлянами и евреями. Очень тяжелая, напряженная ситуация. Как вы думаете, что лучше? Пусть даже если эти политики, но не покаялись. Не сказано, что Ирод покаялся, умер там в грехах своих. Дальше описывается. Не сказано, что Понтий Пилат, римский наместник, прокуратор, он покаялся. Нет. Но они были врагами. Коррупция страшная. Ирод правил совсем другой областью, Галилеей. А Понтий Пилат, он отвечал за эту провинцию Сирии, особенно за Иерусалим. Он базировался в Кесарии. В Иерусалим он приезжал только на праздники, чтобы не было возмущений. Потому что когда много евреев собираются, один еврей хорошо, два слишком много, война начинается. Поэтому у разных евреев были разные толки, разные споры, разные были группировки. Поэтому всегда, когда какой-то праздник, туда приходили легионы римские для успокоения, чтобы не было никакого возмущения, чтобы не вспыхнула война, революция в Иерусалиме. Потому что город Иерусалим – это город противоречий, религиозных бесов, то есть там все творилось. И вот как раз в это время, когда Иисуса предавали на смерть, куда книжники, фарисеи, священники отвели его? К Понтию Пилату. К врагу Израиля, к захватчику. Если вы почитаете историю про Понтия Пилата, он очень жестко правил, поэтому потом его сместили с этого места, потому что было много жалоб, потому что он просто подавлял любое маленькое восстание, просто кровь лилась еврейская. Был очень ненавистный для еврейского народа Понтий Пилат, очень жестокий правитель. Иисуса привели, думая, что он, так как Понтий Пилат ненавидит евреев, просто распнет и все. И руки наши у евреев омыты, у священников. Потому что кто сделал убийство? Римлянин. Римлянин убил. А он ненавидит евреев. Даже если что-то на нас скажут, мы скажем, это Понтий Пилат сделал. И так, когда они привели Иисуса к Понтию Пилату, он говорит, я не нашел вины. Когда он сказал, я имею власть, а Иисус говорит, ты не имеешь надо мной власти, если тебе не было дана свыше. Так ты царь? Я царь, да, но не от этого мира. Ты не понимаешь, откуда я. Он понимал, что это человек миролюбивый, что Иисус не несет вражды. Он понимал, что не за что его распять. Распинали преступников, бунтарей, беглых рабов. Спартака распяли. То есть Понтий Пилат понимал, такой участи, распятия этот человек не заслужил, Иисус из Назарета. Но когда он узнал, что он из Галилеи, он умыл руки. О, на празднике Пасхи сейчас царь Ирод. К нему. Пусть Ирод решит это дело. И если Ирод его убьет, все, мои руки омыты. И он посылает Иисуса к царю Ироду. Ирод года два назад убил только что его родственника, Иоанна Крестителя. Казнил. Из-за того, что жил в прелюбодеянии, взял жену брата и на ней женился. Что Иоанн Креститель говорит, так ты не имеешь права, ты нарушил брачный завет, нарушил закон брака, ты не имел права взять жену у Филиппа, своего брата, Иродиаду. Ну ладно, он хотел видеть Ирод и Иисуса, он слышал, что он творит чудеса, тем более Иисус больше всего сделал чудес в Галилее, это область правления Ирода царя. Ну сядьте. А ты продолжи играть, это хорошо. У нас сегодня такое вот спонтанное служение. Порой это хорошо так вот двигаться, что приходит от сердца или в духе. И когда Иисус стал перед царем Иродом, тот требовал, просил, умолял, сделай хоть маленькое чудо для меня. Я слышал, что ты слепые глаза открываешь. Может, даже он взял какого-то узника и выколол глаза. Может быть. Ну, давай, исцели сейчас. Я не знаю, он был жестокий, царь Ирод тоже. И тот жестокий, и этот жестокий. Два тирана. Один еврей, другой язычник. Римлянин.
И были во вражде друг с другом они. Они враждовали друг с другом, ненавидели друг друга. Из-за, конечно, коррупции и правления. Стучали друг на друга туда, в Рим, к императору. Это Иосиф Флавий все описывает в иудейской истории, в иудейской войне. Кто такой был Ирод, кто такой был Понтий Пилат. И когда Иисус стоял, он не отвечал, просто он понимал, что ты лисица, ты от меня ничего не возьмешь. Он так и назвал Ирода лисицей, хитрецом. Он не отвечал. Тот вымаливал, выпрашивал, угрожал. Потом надсмеялся над ним и сказал, да это безобидный какой-то проповедник, да какой-то он болтун какой-то. Уходи от меня. У меня тут пир горой. И выгнал его. Но из-за того, что Иисус был перед Понтием Пилатом и был перед Иродом, они стали друзьями. Не сказано, что они покаялись, но два тирана подружились. А когда два тирана во вражде, это горе стране. Так что лучше? Конечно, тираном плохо быть, узурпатором плохо быть. Но что лучше, когда два тирана в мире или когда они во вражде? Когда они во вражде, вся страна будет страдать, будут войны, будет насилие. А когда даже два тирана в мире, не будет кровопролития. Почему так случилось? Его присутствие, присутствие Иисуса, Сына Божьего, который полюбил весь мир. Он не спас Ирода, потому что тот не искал спасения. Он не спас Понтия Пилата, потому что тот не просил у него спасения. Но он примирил враждующие лагеря. Вот что делает его присутствие. Нам надо его присутствие в Украине, в России. Нам надо его присутствие в Армении, Азербайджане, в Палестине, Израиле. Нам нужно, чтобы Иисус присутствовал. И тогда тираны могут помириться, враждующие стороны могут примириться, кровь может перестать литься. Вот почему надо молиться: Господь, посети, приди. Приди во сне, приди в чудесах, приди сверхъестественно, приди к этим людям, правителям, приди, откройся. Может быть, через какого-то священника, или попа, или пастора, или во сне, или как-то, но откройся, чтобы перестала литься кровь, чтобы перестало на земле быть убийство. Вот что делает Иисус. Он несет мир. У нас два меча, сказал Петр. Он говорит, вложи туда, в ножны. И когда пришли братья Иисуса в Гефсимании, Петр, конечно, горячий армянин, еврейский, схватил кинжал и как маханул. Вы что думаете, он по уху так в темноте метился, так чтобы ухо так чуть подрезать? Да он голову хотел снести этому воину, который пришел Иисуса арестовывать. Это ночь, это Гефсимания, темнота. Это хорошо, что у того реакция была. Чик, но по уху получила. Ухо отлетело, а Иисус приклеил, исцелил. И что он сказал Петру? Всякий, взявшийся за оружие, погибнет от оружия. Всякий, взявшийся за меч, погибнет от меча. Почему? Потому что он знал, что мир лучше, чем вражда. Нам придется в этом году много молиться за Америку. В этом году выборы президента. Опять идут Трамп и Байден. Байден и Трамп. И в церкви у нас не будет политических дискуссий и так далее. За кого хотите, того голосуйте. Это ваш выбор, это ваше право. Мы не выставляем никакого и не имеем права выставлять и не будем. Но я хочу, чтобы был мир в этой стране. Вы, которые недавно приехали, вы не видели, что здесь творилось во время пандемии, когда грабили, когда просто был страх высвоен и ужас на Лос-Анджелес, на многие другие большие города, но в Лос-Анджелесе, что здесь творилось, когда молы грабили, когда столько смертей было. Мы не хотим вот этого беспорядка. Мы хотим жить в городе, где можем смело проповедовать Евангелие, иметь бизнеса, зарабатывать, жертвовать, спокойно идти в церковь,
Церкви все были закрыты. Конечно, слава Богу, из этого церковь у нас начала подниматься. Мы стали собираться и каждый день молиться, хотя был запрет. И во время пандемии как раз вот и рождалась эта церковь села. Бог все равно, конечно, даже в смутное время может что-то сделать, даже из плохого может сделать там хорошее, что-то свое. Слава Богу за церковь, за села и за всех вас. Мы хотим мира. Господь, благослови Америку, благослови Лос-Анджелес. Благослови эти выборы, которые будут в этом году, в ноябре. Господи, мы не знаем, кто по Твоей воле, но мы хотим, чтобы Твоя воля совершенная проявилась в этих выборах. Мы не хотим, чтобы были эти беспорядки, эти революции, возмущения. Мы хотим, чтобы из-за нас был мир. Как Ты, Господь, сказал в Своем Слове, молитесь за правителей, за начальствующие и за власти, чтобы мир был и за вас, и за нас. Пусть будет мир и за наших молитв. Пусть будет мир в этой стране. И пусть Евангелие проповедуется, и миссионеры поднимаются, и церкви основываются, и в семьях будет мир. И бизнесам пусть работают и зарабатывают. Господь, Ты знаешь, какой есть кризис, что многие не имеют работы. Мы молимся о том, Господи, чтобы Ты дал финансовое благосостояние Твоим детям. Ты сказал, что в этом году, Господь, Твоя благодать умножится. Поэтому пусть она умножится, Господь, в силе приобретать финансы, иметь бизнеса, сверхъестественные двери бизнеса открывайтесь, способности проявляйтесь. Пусть, Господь, то, что люди мирские не могут найти, Твоим детям будут просто открыты двери, даже будут просить, чтобы они вошли и работали, и имели эти бизнеса, и имели эти работы, и имели финансы во имя Иисуса Христа. Ты будешь церковь богатой, ты и вы будете в достатке жить, и будете этим служить Господу, и помнить, что Он благословляющий, Он Эль-Шадай, обеспечивающий вас. Аминь. Я подхожу к концу. Мы сделаем пожертвования, конечно, и для поездки нашего прекрасного брата с супругой туда, в Узбекистан, и также наши десятины принесем, наши пожертвования принесем. Церковь не имеет права никогда вымогать. Вы, кстати, чтобы вы знали, у нас нет никакой второй кассы, у нас нет темной кассы, у нас все открыто. И любой человек, вы можете даже проверить, сколько пожертвования, потому что это мы в Америке. Любой член церкви может прийти и сказать, я хочу знать, какой был сбор. Вы можете узнать, да? Доход, расход и так далее, потому что у нас делается все открыто. И мы открыты перед Богом, перед государством, перед вами. Когда человек работает, он куда приносит деньги? Домой. То же самое, это Дом Божий. Когда мы служим, мы приносим также в Дом Божий наше даяние. Я хочу напомнить то, что я читал несколько недель назад. Про Авраама и Мелхиседека. Очень загадочная личность Мелхиседек, но я хочу подчеркнуть одну мысль. Посмотрите. Евреям 7 глава. Это как раз пожертвованию слова и к десятинам нашим. Евреям 7 глава. «Ибо Мелхиседек, царь из Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, и которому десятину отделил Авраам от всего». Во-первых, по знаменованию имени Мелхиседек, это царь правды, потом и царь Салима, города Салима, Иерусалима будущего, то есть царь мира. Нет родословия, без отца, без матери, нет родословия, не имеющий ни начала дня, ни конца жизни. Уподобляется он как прообраз Сыну Божьему Иисусу Христу. Пребывает священником навсегда. То есть он был первосвященником и царем. Смотрите, 4 стих. Видите, как велик тот, которому Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих, получающий священство, то есть священники, они были из сынов Левиных. Они имели заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев. Хотя и они произошли от чресла Авраама. То есть здесь апостол Павел поясняет, что одно колено в Израиле, там было 12 колен, но одно колено Левина, то есть левиты, они имели право брать десятины со всех 11 колен.
То есть все другие евреи, они приносили свои десятины, там овцы, там козы, бараны, пшеницу или деньги какие-то, то, что они торговали, приносили куда? Левитам. И левиты собирали десятину и жили. То есть по Ветхому Завету я, как священник, могу не платить десятину, а свах собирать. Но я не в Ветхом Завете. Вот как раз вот здесь и поясняется, что даже левиты, они были в чреслах, в семени Авраама еще, то есть еще не родился Исаак, еще не родился Яков. У Якова не родились этих 12 патриархов, его сыновей, то есть Левина колена, священников, еще не родились. Но в Аврааме уже, в его семени, уже, как сказать, и Левина, и Иуды, и третий десяток, все находились в нем. И вот в лице Авраама здесь поясняется, что все дали десятину. Даже священники, которым не нужно было давать десятину, они в лице Авраама дали десятину Мелхиседеку. Отсюда как раз показано, что это не Ветхий Завет, пример с Авраамом. Это не жизнь под законом. По закону ветхому я могу не давать, как пастор, десятину, а собирать с вас. Но я не в Ветхом Завете, я в благодати. А Авраам жил в благодати. Он стал праведным не из-за дел, а из-за того, что он поверил. Его вера засчиталась в правильной позиции перед Богом. И в лице Авраама Левина колено тоже дало десятину Мелхиседеку. Отсюда мы видим, уже в Новый Завет я переношу, что ты не важно, служитель ты или не служитель ты, или только пришел в церковь, или ты служишь годами, ты просто берешь пример отсюда, и ты также даешь десятины. Поэтому я тоже даю десятину. И даже сверх десятины. Почему? Потому что я хочу жить верою, а не под законом. Я знаю некоторые церкви, где пастора, они живут под Ветхому Завету. Все десятины идут к нему. Конечно, они шикуют. Конечно, это уже целая пирамида, целые магнаты. Но у нас в церкви не так. Я сам являюсь примером, я сам даю десятины и побуждаю вас быть верным в этом, потому что это и есть верность, вера. Итак, смотрите. «Получающие священство, 5 стих, из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа». То есть со своих братьев. То есть как будто я пастор, беру с вас десятины. Как бы. Хотя и они, левее колено, тоже произошли от Авраама. Но он, не происходящий от рода их, то есть говорится здесь о Мелхиседеке. Мелхиседек, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама. И благословил Авраама, который имел обетование от Бога. Без всякого же прикословия меньше благословляется больше. Здесь, в этой примере, десятины берут люди смертные. Но там, как бы прообраз, тот, который имеет в себе свидетельство, что он живой. И, конечно, говорится об Иисусе. Следующее. И так сказать, сам Леви, принимающий десятины от других евреев, в лице Авраама он тоже дал десятину. Ибо он еще был в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил Авраама. Это как раз говорится о том, что неважно, ты служитель или не служитель, Бог всех призывает быть верных в десятине. И это не закон, а это вера. А это вера. Он почтил, не было закона, не было еще десяти заповедей, не было Левина колена, которое собирало десятину со своих братьев-евреев. Но в лице Авраама, а он называется отец верующих, отец для нас верующих, он верую дал десятую часть от того, что имел от этих побед, дал Мелхиседеку, священнику, и Мелхиседек его благословил. Господь, я еще раз молюсь, благослови все десятины. Благослови, Господь, то, что мы приносим в дом Твой. Почти, Господь, каждого. Пусть неважно, это десятина, может быть, от пособий. Может быть, это десятина, может быть, от больших прибытков. Неважно. Благослови веру их. Благослови, как Ты, Иисус, сказал, это надо соблюдать, но также и надо делать с верой и любовью к Богу. Пусть будет любовь высвобождена к Богу, к дому Твоему, Господь, Господь, к работе Твоей, Господь, и также пусть будет высвобождена вера в Тебя, что Ты силен благословить их.
Благослови их, благословенные. Благослови дела рук их. Благослови, Господь, их финансы. Благослови их банковские счета. Благослови, Господь, их предприятия. Благослови, Господь, то, что они получают. Благослови и то, что мы даем Тебе в Твой дом. Благослови это и через это благослови все, что они имеют. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Поэтому мы приносим десятину, мы также благословляем и поддерживать будем их переезд в Узбекистан. Вам понятно теперь это место? Ну, слава Богу. А то можете думать, что пастор с вас собирает десятину, я сам даю десятину. Хорошо, дорогие. Люблю вас. Слава Богу за вас. Братья-мужики, мы в поход в пятницу идем. В горы. Покажите рекламку. Мы идем в поход в горы. Мы можем уже в пятницу заехать. Если вы работаете, заняты, приезжайте в субботу с утра, с 9, кажется, утра. Вся информация у Бруно. Брат Бруно, поднимись. Помахай всем. Вот мы приедем туда, кто может в пятницу. Мы будем иметь общение, мы костер пожгем, подбеседуем, вопросы, ответы. В игры поиграем. Вот. В субботу утром у нас подъедут еще кто-то с английской церкви, с Awaken Church, пастор Алекс приедет, также пастор Кен и кто-то из их братьев. И мы сделаем небольшое служение, кому надо исповедание, кому надо ретрит, кому надо энкаунтер, кому надо пройтись по чистке своей жизни, ну, то есть молитва. Вот, и сожгем все грехи опять, и будем играть в игры, сделаем хайкинг, посмотрим, может быть, поджарим барбекю, хорват, шашлык или что там, кебаб, ну, что-то подумаем. Вот, и у нас будет хорошее время, и мы можем вернуться обратно сюда. Если вы не захотите вернуться, вы можете еще остаться на ночь до воскресенья. Но воскресенье следующее, я хочу вас всех видеть, чтобы одеть вам золотые венцы от Господа. На служение в проповеди. Хорошо, дорогие, так радостно, что можно быть вместе. Любим вас, вы знаете всю информацию, она там может идти, информация, что у нас на этой неделе. И так по кемпу, братья, подходите записаться к брату Бруно, он скажет всю информацию, вот то, что касается там небольшой оплаты и где это находится. На этой неделе все, как у нас обычно идет. И хочу напомнить, что через 2 недели у нас будет Пасха. Мы празднуем, как в Америке, то есть, вы знаете, есть православная Пасха, есть также, но в Америке она протестантско-католическая, то есть в Америке празднуют Пасху в основном по этому стилю. То есть у нас будет Пасха через 2 недели, прямо на этом служении у нас будет рукоположение, я больше скажу на следующее воскресенье, кого мы будем рукополагать, служители, и что это значит быть рукоположенным, и, конечно, на наградах Божьих, и что у нас потом, кто из вас не принимал водное крещение, и вы в нетерпежку хотите, у нас 14 апреля, это получится уже через 4 недели, через месяц, у нас будет водное крещение прямо вот здесь. Здесь у нас убирается, и там бассейн, баптистерия. И поэтому мы будем вас крестить, потому что американская церковь будет крестить также на своем служении, и мы будем крестить тех, кто людей не прошли это или хотят перекреститься. Конференция, это далеко еще май. Это 3 месяца впереди. У нас МТС через 4 месяца. У нас начинается школа МТС летом. Так что у нас большая опять программа. Будет здорово. Я был в Канзас-Сити в прошлую неделю, проводил там служение, конференцию. Уже люди записываются с разных штатов, молодежь, они приезжают сюда к нам. Лето будет, как всегда, загружено, интересно. В Bible study, в библейском изучении, в поездках, в тренингах. Будет здорово. Хорошо. С миром Божьим в столовку.